Челябинские дороги. Сегодня в эфире федерального канала лично похвалил Сергей Стилавин. Свои комплименты шоумен включил в очередной выпуск программы «Большой тест-драйв». Несколько месяцев назад известный радиоведущий приезжал на Южный Урал снимать новый выпуск автомобильного проекта. Вместе со съемочной группой Стилавин исколесил всю область и протестировал дорожное покрытие. Шоумену пришлись по душе ровные широкие трассы и грамотные развязки. Друзья мои, но ездить по дорогам Челябинской области – одно удовольствие. Машин очень немного, несмотря на выходной день. Никаких практически пробок на выезд не было. А вот это кошмар, который сопровождает Москву.